полтора круга, первый круг проехали, почувствуют автомобиль, в общем-то остались им довольны. На втором круге у нас автомобиль немножко подломился, предположительно это ДМРВ, сейчас будем выяснять, собственно, для этого и нужны тесты. Позже выявили некоторые моменты, как мне ему правильно преподносить позиции. Ушли на второй круг, и здесь мы нашли, конечно, технические неисправности, предположительно это, да, действительно ДМРВ. Посмотрели, сделали небольшие тесты путем отключения некоторых датчиков на самой трассе. Сейчас приехали уже непосредственно на финиш, и наши механики будут разбираться с данной ситуацией. То есть время до гонки еще очень много, и я думаю, все нормально, это поправимо.